Лекция на тему «Архив бюро. Работа с архивом базы данных». Архив бюро – это некое внутреннее структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. В архиве может содержаться раскрытое расследование или же замороженное, или же открытое. База данных – это предоставленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов. Работа с архивом – это кропотливая работа, где вы должны указывать полностью даты и время происшествия, также работать с составлением досье на преступника или же организацию. Вопросы есть у тебя какие-либо по лекции? Микрофон уже у тебя, все понял. Лекция на этом окончена.